Какими могут быть люди Казахстана? Первопроходцами, чемпионами, лучшими в своем деле, освоившими каждую из сфер. Те, кто проложили дорогу для будущих поколений. Пионеры, первопроходцы, легенды. То, без кого невозможно представить культуру и науку Казахстана. И те, кто применили это наследие лучшим образом, выполнив свое призвание. Те, кто возвысились до небес и сравнялись со звездами. Те, кто подают пример новым поколениям и показывают, что нет ничего невозможного. Нет работы, которая не уступит перед упорным человеческим трудом. Нет вершины, которую нельзя покорить. Препятствий, которые нельзя преодолеть. Дело, в котором нельзя стать лучшим. В любой гонке можно стать первым. Из любой ситуации можно выйти победителем. Благодаря упорному труду, силе ума и духа, они покорили сердца миллионов своими талантами. Показали, как казахстанцы могут петь, бороться, побеждать, исследовать, открывать, учиться. За годы независимости Казахстан дал немало соотечественников, которыми можно гордиться, которых можно ставить в пример. И немало соотечественников, которые уже подают надежды и готовы заявить о себе еще громче. И в будущем их будет еще больше. Молодых, талантливых и бесстрашных казахстанцев. И мы движемся к этому будущему вместе.